В индустриальном районе неподалеку от остановки «Химфармзавод» хабаровчанку ранили ножом в шею в ее собственной квартире. 46-летняя женщина вместе с супругом живет в бараке. Именно мужа она и обвиняла в нападении. Пострадавшая рассказала, что, вернувшись домой после ночной смены, отправилась спать. Супруг пришел через несколько часов. Хабаровчанка открыла ему входную дверь и направилась обратно в спальню. Когда женщина легла, ощутила укол в шею. Совершенно ошарашенная, она сообразила зажать рану и убежала к соседке, которую и попросила вызвать неотложку. Человек спал, понимаете, дома. Ему сегодня, ей сегодня в ночь на работу. А кто еще мог ей ударить? То есть он откуда-то с гулянки пришел. Она открыла дверь и говорит... Легла на постель, и вот, я, говорит, я даже не поняла, что, чем он ей воткнул, что он ей воткнул. Рана оказалась неглубокой. Врачи скорой помощи смогли остановить кровотечение, наложив повязку. Медики настояли на поездке в больницу для более детального осмотра и консультации с хирургом. Собираясь в больницу, женщина заверила, вспышка агрессии у его мужа была немотивированной. Они не ссорились и почти не разговаривали. Может, вы его оскорбили какими-то матершинными словами? Нет, вообще никак ничего. Он просто наткнул в шею у меня. Я даже не поняла, я не видела ножа в руке. То есть он его спрятал. А почему соседка из 6-й квартиры вызывала? Потому что я убежала к ней. Он не выпускал меня и забрал телефон, чтобы я не вызвала скорую. Вслед за скорой к бараку подъехали и полицейские. Подозреваемого задержали. Он сбежать не пытался. Явно нетрезвый мужчина говорил, что порез на шее его супруги оставил неизвестный, а он к ранению никакого отношения не имеет. Была квартира открыта. Я зашел, а квартиру не закрывал за собой. То есть это не ты? Конечно. Ну, и что она там говорит, она спала? Как она спала? Кто мне тогда квартиру открыл, если она спала? Тяжелых последствий внутрисемейное нападение не повлекло. В конфликте будет разбираться участковый. Да и то, лишь если пострадавшая решит дать делу официальный ход. С места происшествия Денис Коршунов, Михаил Сергеев и Андрей Алферов.